Кафизма 14. Госпожи, услыши молитву мою и вопль мой сердечный к Тебе да приедет, да не отвратишь и пресвятое лице Твое от меня, ниже возгнушаешься за нечистоту мою, не остави меня погибнуть от злых на мя советов душевных врагов моих, и не попусти им с лютым поношением посмеяться надо мною, уповающие на Тя не убоятся томящих озлоблений их, и восхваляющие Тя молитвами Твоими избавятся от всех вражьих наветов, носишь его на руках Твоих победителя ада и смерти. Благослови, душе моя, возлюбленную Матерь Господа нашего Иисуса Христа, и вся внутренняя моя имя святое Ея, не забудем благотворение Ея, ниже милости и щедрот Ея, благодатью Ея грехи заглаждаются и болезни врачуются. Благословите ее вся сила небес, благословите ее все небожители и земнородние. Радуйся, благороднейшая родительница единородного Сына Божия, Преснодева Мария, я же всем милости недра отверзаешь, и от святыни Твоей я приемлем все благодать. Прими все благословенные молитвы наши от устен оскверненных пред Тобою проливаемые, и моли за нас, возлюбленного Твоего Сына, да Его святейшим благоволением по жизни сей сподобимся узреть и Тя во Царстве Божием с Отцем, Сыном и Святым Духом во все веки. Благослови, душе моя Господа, возвеличившегося зело, зело благослови и Преснодеву Марию, в небесную велелепоту облегшуюся, яко презре Господь на смирение рабы свои я, и мы, христианстве роде, с умилением сердца да ублажаем ю, паче меда и сода сладчайшая душе нашей память ея, и благоусладительна беседа о велиях чудесех ея, она есть премилосердная Мати, у нас, яко у чадих веселящаяся, и мы, яко птенцы распростертыми крылами помощи Ея, всегда защищаемые, посреди самые сени смертные не убоимся зла, с нами владычица наша, с нами милость и помощь Ея. Сподоби мя всегда во все дни жизни моей творить благоугодное человеколюбивому Богу, и доколе пребывая в всем многоболезненном житии, соблюдай мя, покрывай и сохраняй, буди со мною в плавании моем, сопутствуй мне, егда путешествую, храни мя, егда бодрствую, покрывай мя, егда сплю, и все пути мои направляй ко благу, во время же исхода моего из тела буди мя предстательницею, боголюбивая владычице, и нестерпимую онную болезнь смягчи, труд облегчи, тоску мою утоли, и бедную мою душу приведи к вечным обителям, да не встретит мя темная сила, и да не увлечет во глубину ада, дашь мне узреть судью милосердого, милостивого на мя взирающая, дашь избавитесь по Твоему ходатайству, Бога невестная Дева, от вечного пламени, и наслаждайтесь весельем райским в Царстве Небесном. Исповедайтесь в теплых молитвах Царицы нашей Богородицы и призывайтесь сердечным чувствованием святое имя Ея, пойте ей в песнях и пениях духовных, преславно поведающей в рот и род древние новые силы и чудеса Ея, хвалите и превозносите ее, девы, чери сионские, понеже обручи вас прекрасному небесному жениху, царю славы, поклоняйтесь с благоговейным страхом святолепному лицу Ея, спасение бо душам вашим вечное держит на руках своих, и иже достойною почитает, воспримет от Господа праведную мзду. Радуйся, неувядаемый райский цвете, молюся те, да облагоухает мя ароматная воня Твоя, сердце мое Тя любит, чувства веселятся, весь ум мой воспаряет. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Богорадованная Владычица, Препрославленная Мать и Щедроты Человеколюбия, Всемилостивая о всем мире ходатайце, прилежно раби твои к твоему божественному предстательству прибегающая и причудному образу твоему со умилением припадающе молимся, молитву теплую Сыну твоему и Богу нашему сотвори, о всепетая Царица и Владычице, да всяких болезней и печалей нас тебе ради избавит, и от грехов всяких освободит, Царствие Своего Небесного наследники ны покажет, велие бы и неизреченное, яко мати, имаше дерзновение к нему, и вся можешь, и елико восхощеши, едино во веки благая и благословенная. Аминь. Владычице, прими молитвы раб твоих, и